Ну, здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Omerta, City of Gamixers. В предыдущей серии мы с вами отбили одну точку, теперь нам нужно отбить еще две и, в общем-то, поддерживать их. Что за точки, я думаю, если вы смотрите, вы знаете, точки местного района, которые захватили нехорошие люди. Мы, конечно, тоже нехорошие, но мы хорошие-нехорошие, поэтому... Вот. Так, ну ладненько. Еще две. А, что здесь даже не отодвинуть-то обратно. Я забыла, что здесь маленькая такая карта. Так, подождите, где там? Я уже заблудилась, а. Угу. Так, 30 алкоголя. Замечательно. Пива у нас куча, а вот с алкоголем, конечно, тухловато. Покупают 10 алкоголя. А, у нас же нет, что я делаю? Так, подождите, 30 пива, 15. Это, ну. Давайте. Ой, нет. Ладно, подождем. Возьмем что-нибудь другое. 800 чистыми, а какая досада. Где там у нас чиновник-то был? Который может отмыть-то нам денежков. 1000 грязными, 500 чистыми. Еще и... О, печалька, конечно. Так, подождите. Значит, нам нужно... А здесь есть что-нибудь? Надо. Какого-нибудь... Где там у нас вообще все? У нас есть хотя бы один домик свободный? Это вот свободный, да? Да, вот свободный. А, лучше вперед. Сейчас сделаем вот этого... Как там эти местные здесь называются, которые деньги-то нам отмывают? В общем, его сделаем, пока пробежимся по чему-нибудь другому. We need new weapons, boss. Wars are won and lost on the battlefield, and the better armed side is the one that usually wins. А, завяжите знакомство с местным, чтобы они снабжали нас настоящими пушками. Есть еще слух, что копы из округи, из округа тоже могут поделиться парочкой стволов. Но это мы уже, да. Окей. Так, что это там открылось? Это что это такое? Заверши это действие, увеличь показатель авторитета, покажи свои новые игрушки. В смысле, покажи. Мне бы их получить сперва, игрушки-то эти. Job's done. Сейчас оснуем. А, так, бухгалтер. Вот, превращай их в чистые. Так, уровень убежища 3. Сейчас сделаем. Улучшить. Запуск. А, парам-пам-пам. Так, основать. И пам-пам-парам-пам-пам. Так, бухгалтер, но вот грязные деньги, превращай их в чистые. Фальшивомонетчик. Так, это не то. Просто вдруг здесь еще что-нибудь есть. Ну нет, все-таки бухгалтер. Ладно. Потихонечку. Периодически, я так понимаю, нас будут выскакивать, то что вот нас атакуют. Так, вот этот чувак 800 чистыми. Этот... А, это фабрика кражи. Оружейка. Давайте отправим кого-нибудь. Чё бы нет-то... It'll be good for business. Главное, чтобы там тактических боев не вылезало. 30 алкоголя. Ага. I hope you'll leave me alone now. Так, замечательно. Улучшение. Секретная операция 50 плюс 100. Офигеть. Конечно. Сейчас тихонько покапает. Да? Чё там? Can't wait to tell you the news. А, это оружие. Ага, хорошо. Где там, кому там надо было? Так, это авторитет. Подождите, где там было с оружием связано? Или... Так, это 800 чистыми. Что-то немножко... Что у тебя там? А, вот эти две красненькие, это вот чисто фабрики, понятно. Из них можно получать денег, как нам, в общем-то, и советовали. Так, нам нужен алкоголь. У нас место заканчивается. Ну что, сейчас распродадим. Кто там? Никто не хочет купить оружие.
Нет, это повыгоднее, потому что здесь почти в два раза больше, но при этом цена всего 720, а здесь 10 за 500. Things are bad in New York. What now? Так, хорошо, нам нужен алкоголь. 15. Hey, не очень, конечно, дешево, но черт с ним. No rest for the boss. Черт с ним. У нас места не хватает. Ладно, почему пиво так неохотно заканчивается? У нас же два бара. Вот, покупает. Нет, подожди. Вот это лучше. Пошла. Сейчас распродадим пивасик. У нас алкоголь накапает и пойдем потихонечку выполнять. Да? Мы, кстати, все места открыли, точно? Здесь еще мокруха, но я не буду здесь ничего делать больше. Стройка мне тоже, в принципе, не нужна. Со всеми шерифами я вроде перетерла. Ну да, осталось только надрать задницу. Кому-нибудь еще пиво нужно, а там у нас так быстро накапливают, покупают 30 пива. Не, ну это слишком как-то дорого. Точнее, дешево для нас. Job's done, but I have lots of others. О боже. Ой, даже не знаю. Пускай так. Пускай будет так. А, ладненько. And here, gentlemen, я так и знала, блин. We see the effects of modern police work. Using some very simple bait, we caught ourselves a big, fat bird. Я просто бросить алкоголь, начать миссию. Ну, бросить алкоголь, чушь. Я просто гуляю. Свинья поганая. Продаю 25 алкоголя. Давай, мне пригодится. Мне надо 40, кажется, да? Где вот здесь, по-моему? 30 мне нужно. Замечательно, 5 есть, сейчас 25 или сколько мы там берем. Возьмем и сможем вот это вот выполнить. Надо держать на мушке, скажем так. Сейчас босс прилетит. Место... Почему пиво так неохотно заканчивается? У нас вроде два бара. Даже три, по-моему. Не помню. Еще алкоголь заканчивается. Давай, босс, заканчивай быстрее то, что там начал. А чё, чё не так? А, это. Ой, ну ладненько, придется подождать. Да, надо... Да ладно! Some of those blasted Bolshevik cops found one of my stashes. Не, слишком опасно. Мне сейчас не до того, ребят. Мне 22 алкоголя. Чё они всех продают? Опять этот подонок. Hey, the impounded warehouse is full, and my wallet is empty. Ну, только попробуй меня сейчас наколоть еще раз, потому что здесь как бы рандомом это все. То есть один раз наколол, второй раз нет. По идее, нам бы вообще к нему не соваться никогда больше, да? Как он нас подставил. Но здесь как бы не считается. Да, два бара у нас. Ну, ладно. Переждем тогда еще разок. Нам нужно... О, кстати, мы можем начать одну из... Вот эту вот здесь 800 чистыми. Док, пошел. Давайте тогда эту сперва сделаем, потом с алкоголем разберемся. Потому что мы сейчас пока дождемся, сейчас вот это вот все... закрутится, мы выполним, у нас как раз будет алкоголь, и пойдем туда бьем, и все хорошо будет. О, кстати, я ж хотела винтовку поменять, сквиксу дать хорошую. Вот так вот. Зашибись. Супер. Главное, чтобы алкоголь сейчас не слился никуда. Хотя, может быть... Где там с алкоголем было? 30 алкоголя. Okay, I'm gone. Все, сейчас сохраним. Как раз у нас закончится одна, и тут же начнется вторая. И я думаю, мы на этом, может быть, если там еще что-нибудь не выплывет, мы сразу и завершим. Ух ты ж, ё-моё, а что такое? Что случилось? А, типа здесь... А, это просто выяснение информации. Здесь надо грабить. А я почему-то думала...
Ну ладно. Where's going to hell for? Давайте тогда всех It'll отправим. Be good for business. А, пошел. Don't rush me. Так, сохраняемся еще разок. Вдруг здесь будет уже тактическое. Потому что я почему-то думала, что там будет, а что-то как-то нет. When there is an opportunity for profit, Alexis smells it. And you smell like a brown bear in need of a bath, my friend. Господи, они всегда думают, то, что русские постоянно употребляют слово «медведь». Ну, что за глупости? Ну ладно. Стереотипы. Я знаю, что у тебя есть много оружия, а у меня есть клиент, у которого есть враги. К несчастью для него, но к счастью для нас, ему нужна небольшая армия, снабжение 120 единицами оружия. А выручку поделим пополам. Это отличное предложение, мой друг. Сделаем все правильно, станем богаты, не подведи меня заданию. А, все-таки вот так и надо было делать, да? Воровать вот это вот все дело. Так, а тут что? А, ну это мы грабанули, да. Нам, короче, нужно эти склады теперь оприходовать. Ну давай еще раз. А, надо подождать, да? Ну ладно. А тут что? А, этот тоже, да? Ну, короче, нам тупо обворовывать. А странно. Больше не надо, что ли? Или вот эта вот кража, что мы там делали, и была, в общем-то. Будем продавать пиво, покупать оружие. Покупать 30 пива. Неплохо, да? 35 за 375, а здесь 30 за 600. Любишь ты пиво, я смотрю, мужик. Готов за него такие деньги отдавать. Так, ну сюда тогда мы отправим Гуджи. Грабанули, молодцы. Сюда. А, через 140. Кто там еще? Понятно. Так, вот еще маленькая. В общем, грабим. Еще раз грабим. Грабим всех. Так, тут мы уже, кажется, были, хотя... Ну ладно. Опа-па. Чего-чего? Продажа пива. Опять там какие-то проблемы, да? Но... О, господи. Там либо тактический бой будет, либо он нам еще что-нибудь предложит, либо опять скажет, что мне надо было меньше. Ну вот, да. Ладно, со скидкой 540. Какая глупость, 15 пива. Ну ладно, со скидкой. Все равно выгоднее получается. Жалко, не помечают заодно, сколько было изначально, потому что... Ничего, помню, что ли? Так, ну, не знаю. Ладно, если сейчас ничего такого не будет... Включим вот эту... Нам надо хотя бы один тактический бой, чтобы повеселее было. А ты чё? Чего бы нет-то... Ну да, вот эти все восклицательные знаки пропали, осталось только вот это вот. Главное, сейчас только... Вот это вот осталось. Ладно, давайте действительно запустим тогда, чтобы у нас в этой серии... Я стараюсь, как я уже говорила, чтобы в какой-нибудь одной... Господи, что несу? Чтобы хотя бы один бой был в серию, поэтому понеслась. Все отправим, подождем. Пока они там бегают, сюда отправим кого-нибудь. Ага, конечно. Так, что там? 105 оружия. Она оружие распространяется, кстати. Надо пиво продать, оно мне не мешает. Продает 50 пива за такую цену, офигеть. Алкоголь продает оружие, покупает. Обойдется. I need a gift now. I'm meeting with some friends, and I want to have something to brag about. Ну, ладно. Нам это не особо надо, конечно. Но пускай будет, вдруг пригодится. Мало ли. Тикс. Полный объем. Да, пиво надо продать, оно мешает мне уже реально. Так, стоп, подожди, давай. Давай. Ну, это, конечно, не очень выгодно. Но мне, правда, оно мешает все. Готовка, сохраняемся, переписываем. Сейчас только... Давайте, знаете, у меня вот есть идея такая. Не знаю, начать тактический бой или все-таки добить сперва оружие. Вдруг на оружие уже закончится эта миссия. Хотя, конечно, сомневаюсь, но... Просто вдруг там какой-нибудь плюхан дадут после этой миссии. Жестоко спать. Железный кулак. А что я сделала? А, здесь не было тактического боя. О, какая
Досада. Ну, а я уже была так подготовилась. И морально, и физически. What now? Чё у тебя? Those clowns were no match. Ну да, только оружие сейчас добить. Вот у нас Луиджи сейчас придет. И посмотрим, чем это закончится. Офигеть, авторитет 100. Нехило так. Было только что вроде в районе 60 или сколько-то. Job's done, черт, чуть-чуть не хватило. Так, понятно. Через несколько минут. Красть. Через 88. 101. 106. Мы так быстро работаем, что у нас не успевают. Это респаунится оружие. В общем, ждем тогда пока что. Что там у нас? Никому пиво не надо. Продает, покупает. А, у нас как раз не хватает жаль. Ну ладно. Тебе тогда. В общем, минутку ждем еще. Пойдем сюда вот. Никто. Не, слушайте, вообще. Ничего не происходит. Пойдемте, что где там мое убежище было? А, у нас там денег не хватит. Я уже думала улучшить там. А здесь? О! Stop bothering. О, замечательно. Where's going to hell for? Так, а тут? Got a lot of work to do. Блестно. Все хорошо. В общем, сейчас они придут. Ой-ой-ой, накал страсти меня не радует. Ой, дай ты ж бог, чтобы мы успели с оружием разобраться до того, как за нами это самое выйдут. Выйдут. We have a big problem, boss. Word on the street is that we're sitting on a huge pile of firearms. Теперь каждый хочет получить кусочек нашего пирога. Все банды округи объединились и идут за нашими головами. Нужно отступить и защищать груз с любым... Ой, с оружием любой ценой это будет непросто. А, тактичка, понятно. Ладно. Ну ладно, мы к этому готовились. Кузьмич, Сквикс, Док, местные банды ополчились. Я вот прям даже не знаю, взять мастака. Давайте лучше снайпера, да, второго. Вон, видите, он 36. Да, мне кажется, два снайпера. Наверняка же сейчас будет открытая местность. Ух ты, а, все, поддержку, ну-ка, у тебя... Ну да, лучше убийцу в поддержку. Все, понеслась. Там врагов 20 будет сейчас. Ух, смешно. Это как сейчас бой с Луи такой. Right, let's go. Да? Такой, о, как вас. Ну, склад знакомый. Блин, вы так все удобно стоите, у меня просто нет слов. До сюда добежишь? Нет, печально. А до сюда добежишь. Побежал. Хорошо. О, хорошо попали. Слабость. Вот в того, пожалуй. Замечательный. А, жаль, жаль. Да, плохо. Ой, главное, только маньяка сбитый, не надо мне сюда. Loaded and ready for action. Ага. Так куда бы тебя-то зафиксировать? Сюда, пожалуй. Так, а че? Колечащая стрельба по ногам. Вот я вот этого по ногам. Черт, жаль. Лучше, конечно, тогда вот этого просто чикнуть. Did you enjoy that, Hood? И усё. Так, это че? Жизнь, очки ярости. Так, понятно. Даже не цели. Но это потом. I need a drink. Как-нибудь. Беги, Док. Another patient. Опа, где, где, где? А, ага, все понятно. Но тем не менее, давай беги. Ну, ты немножко не туда зафиксировался, ну да ладно. Так, будем надеяться, что я...
Печалька. Сколько у тебя еще ходов? Два? Давай сюда. Ну-ка. Ну неужели не попадаешь? Ну да ладно. Ну. This one's ой, terminal. Умер, смотрите, офигеть. Прям вообще повезло. Ух, фак, Осквикс, милый, хороший, любимый. Беги, а то наших сейчас порешат. Они должны убегать. Чё-то грёбаные уроды со своими... огненными. Иди сюда. Ready. Сейчас мы отсюда будем снимать. Может, снайперов в конце концов. Ещё и промах, здорово. Ой, надо было шефом, конечно, куда-нибудь сюда встать и стрелять, ну да ладно. Мне этот огонь всегда как-то... у меня паника начинается. Ой, прям три раза попал, по-моему, свинья. А, док там. Так, сейчас мы тебя встретим из окна. Так, здесь дверь выхода... ага, здесь нет выхода, хорошо. Мне почему-то казалось, что что есть. Куда-нибудь сейчас вот сюда, к окошечку встанем. Будем радовать их. Вон там один. Он умер? Нет? Нет, жаль. Да как? Танцуют. Я босс! Ага. Так, сейчас. Давай ты вот тут куда-нибудь вот сюда. Попади. Спасибо. Еще раз. Ой, ты умница моя. Живучая сволочь, смотрите на него. А, он горит, придурок. Битый через стенку, это нечестно. Это... ну это свинство. Time to get a move on. Это вообще ненормально. Черт, нас просто зажали. Здесь есть второй выход какой-нибудь, куда-нибудь? Дверь можно выбить, нет? По-моему, проще действительно убегать. Просто беги, ничего страшного. Уж лучше так, чем если ты там будешь тусовать. Мы, конечно, не очень удобно встали, но что поделать. Мы попасть сможем? Так вот, игнорируя препятствия. О, хорошо, вот так тебе. Четырёха несчастный. Мстительный. Ready. Ну, это замечательно, что ты ради. Я не хочу, честно говоря, чтобы он бежал и его огнем накрыло. Но, по-моему, придется. Нет, лучше пропустим ход. Пожалуй. А почему... а, это из-за контузии все-таки он не может накладывать. Это печально. Как бы его не грохнули. Честно уж говоря. Ой, надо было сначала отойти от окна. Блин. А-а-а, нет, только не да. Там еще один упырь. Ой, только не док, он же лечит. Умеет, не убивай его, пожалуйста. Ух ты. А какого ж... я босс! Сквикси. Выру... нет, слишком рискованно. Слушайте. А у меня есть мысль. Сюда долетит. А как я кину, если... а, насрал. Ну ладно. Так, хоть дока у нас будет, слава богу, до гранаты, иначе его накроют. А, он прибежал. Ой, с ножом. Let's shake it. Псих с ножом. Слушайте, а знаете что? Может, мы сможем как-нибудь? Нет. Ладно, по крайней мере, мы немножко выбрались. Туда мы, конечно, не попадаем никуда. Надо как-нибудь... надо вот этого упыря с ножом снять, потому что, да. Но мы его, конечно, тут не снимем. Стоп, подождите, а вот в этого мы попадем? Давайте тогда снайперским выстрелом его. Упыря-то этого... о, хорошо. Правда, жалко, он не помер. Alright, let's go. Было бы неплохо, конечно. Нет, слушайте, давайте я сперва отойду куда-нибудь.
А потом я уже буду его убивать. Сильно далеко, конечно, я отходить не буду, потому что он все равно умрет, скорее всего. Мститель его. Time to meet your maker. Способность. Так, ну, в общем-то, да. Мне бы еще в кого-нибудь выстрелить, но мне не в кого, к сожалению. Так, док, давай-ка теперь ты убегаешь, потому что... Куда-нибудь вот сюда тогда. А, ну вот туда, ну ладно. Сколько у тебя там еще контузия-то будет продолжаться? Все, накрыло уродов. Не сильно, конечно, печально. Но накрыло. Так, 10 ходов, да? Слушай, когда ты уже закончишься, огонь? Я понимаю, Сквикс, это больно. Но либо так, либо никак. Так, ну ладно, тогда... Все, встаем. О, бежит, бежит, бежит. А, черт. Неприятненько. Где ты там стоишь, упырь? Как бы так выбежать? Так, вон один. Так, знаешь что, шеф? Беги-ка ты сюда. Так, сейчас мы его снимем. Ага, хрен. Блин. Как бы тебе так... Почему я не могу? Почему я не могу в него попасть? Он же вон, прям на линии огня. Ладненько. Давайте вот сюда. А почему я стрелять не могу? Черт, я прям встала, вот прям стрелять не хочу у меня. Ладно, сейчас он не должен у меня попасть. А ты-то откуда взялся? Офигеть, я бы могла его ухайдохать, скорее всего. Ай-яй. Я босс. Мне ярость снимают просто. Так, ладно, Сквикс. Вся надежда на тебя. И куда я прибежала? Я как всегда, короче. А, вот здесь ножом, нормально. Препятствие, блин. Ну ладно, один раз попали, уже хорошо. Ой-ой, бежит. Ой-ой, не надо. Ой, не надо. О, Alright, let's go. Ладно. Ты хочешь умереть, ты умрешь. Может и нет. Давай вот попробуем на удачу. Кровотечением сейчас. И... Time to meet your maker. Супер. Все, минус один. От твою-то дивизию. Док, слушай. О, слава богу, все, его отпустило. Лечись быстрее. Надо было отбежать, потом вылечиться. Блин! У меня как всегда. Я еще даже не могу теперь. В общем, ладно. Это чисто. Косоглазый урод. О! А, нет, мне показалось, что гранату еще раз можно кинуть. Мне прям так захорошило. Надо было выстрелить, что ж я делаю-то? Хотя нас бы убили, если бы мы там остались. Так же, как и нашего стрелка, бедняжку. Ой, слушай, Сквикс, беги куда-нибудь оттуда. Хотя не успею, не смогёшь. Блин. Так, давай-ка кровотечение я тебе сейчас сделаю. Ах ты, свинья. Знаешь что? Ты мне не нравишься. Да, ничего личного. Ты мне не нравишься. Ты меня расстраиваешь. Док, добежишь? Нет, а до сюда добежишь. Сейчас мы их встретим. Может быть. Сейчас он сюда прибежишь. Ой, нет, только, блин, сволота. Ой, нет, ой, не надо так делать. Блин, у него паника. Ой, мы его не убьем, мы его не убьем просто. Твою, ты что творишь? Я же убегаю. Ты что делаешь вообще? Свинья несчастная. Сколько у тебя? Time to get a move on. Офигеть. Упырь вонючий. Сволочь. Всех поубивали просто.
На тебе. Time to meet your maker. Сволочь. Так, где там еще упырь один был? Мне нравится, что это второе дыхание можно вообще сколько угодно раз использовать. Ну, по крайней мере. Да. Ой, не надо никого убивать. Так, ладненько, док. Давай. У тебя паника, конечно. Ты истеричка, док. Ты полезный, но ты истеричка. Спасибо, что хоть попал. Так, ладно. Одного этого упыря осталось завалить, я думаю. Мы справимся, осталось немножко. Черт, ну давай, один выстрел. Блин. Ой, не убивай только, я тебя очень прошу. Давайте вот туда. Я думаю, док добьет сейчас. Too much medicine! Да, все, ура, фу. Фу, это было, конечно, да. Но все-таки Кузьмич рулит. А теперь ждать, пока они все вылечатся. That was one crazy fight, boss. Those thugs just kept on coming, but they were no match for our boys. Это точно. Кажется, те громилы усвоили урок и еще долго нас не побеспокоят. Теперь мы можем полностью раскрыть потенциал этого района. А что касается перевозки оружия, оно уже в пути к Алексею. С этой сделки мы должны получить неплохой навар. Окей, вы выиграли. Супер. Все, мы получили все, что нам нужно было. Замечательно, слушайте. Просто прекрасно. Вот так вот тоже сделаем. В общем, замечательное завершение данной серии, на мой взгляд. В следующей серии мы пойдем скорее все сюда, в периферию, ну, то есть по второму DLS или DLC, кому как удобнее. А потом уже будем разбираться со всем остальным. В общем, я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и зовите друзей. А и, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.